Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на главном стадионе Северного округа. Сегодня прямой эфир. Попал матч дивизиона 2А. И сразятся в нем команды «Кредитный отдел» и «Фалькон». Ну, в целом, по своему статусу, это скорее середняки второй лиги. И вот слышал я даже, что определенные вопросы вызвал вот выбор матча для трансляции. Но все дело в том, что не всегда на Флотской по расписанию попадают топовые матчи. А в этом туре есть топовый матч «Водник», «Восход». К сожалению, ну или к счастью для команд, которые предпочитают играть на другом поле, эта игра состоится на стадионе в Парке Дружбы. Ну а здесь вот из того, что было запланировано по расписанию, выбрали эту игру, и мне кажется, что она может получиться интересной. «Фалькон» в красно-черной форме, «Кредитный отдел» в бело-зеленом. Главный арбитр сегодняшней встречи — Сафудин Рамазанов. Я Кирилл Разумовский. Поехали, давайте посмотрим за этой игрой. Быстро по составам пробежимся. «Фалькон» слева на ваших экранах. С него начнем. В воротах Александр Веревкин, номер один. В обороне Руслан Субханкулов, номер 2, Арсен Шумурзаев, номер 13, Аман Юсупов, номер 32. В центре поля 55-й Муха Гусейнов. На флангах Алексей Михеев, 17-й, Алексей Алексеев, 19-й. И впереди Александр Бунаков, номер 7. У «Кредитного отдела» в воротах Алексей Сулим. Три защитника: Радик Фахрудинов, 13-й, Матвей Банников, 29-й, Валерий Карпухин, 3-й. В центре поля, сейчас посмотрим, должен быть, да, Кирилл Семенов, 9-й, так, после этой атаки «Фалькона». Ну, захлебнулась она, мне кажется. Ну, кстати, тут даже претензии определенные на штрафной были, но в итоге вот последнего паса не получилось. Итак, Кирилл Семенов, 9-й, на флангах Мурат Абдулмуслимов, 7-й, и Тимур Сабиров, 8-й, и впереди 30-й Егор Морозов. Вот такая схема. Ну и, насколько я понимаю, что выход Егора Морозова на острие атаки связан с тем, что опаздывает на игру Евгений Головин. Его, наверное, попозже увидим, как доедет и как настанет его время, шанс выйти на газон. Ну и в любом случае, «Кредитный отдел» с позиции фаворита эту игру будет вести. Команда повыше в турнирной таблице располагается. Ну, собственно, на 8-м месте, в верхней половине. «Фалькон» борется за выживание, он на 18-й строчке. Там все плотно внизу. В принципе, пара успешных матчей, и все может поменяться. Но этот сезон пока «Соколятам» не удается. И, честно говоря, это такая достаточно большая неожиданность. Я не такой большой специалист по второму дивизиону, как, например, Александр Седов, который много лет освещает соревнования на этом этаже иерархии Северной лиги. Но как-то «Фалькон» мы все-таки привыкли, ну, как минимум, в середине таблицы видеть. В прошлом году, кстати, в одном дивизионе эти команды выступали. «Кредитный отдел» тоже повыше закончил, по-моему, на одну или две позиции, но обе были в серединке, и там чуть ли не 3 очка между ними по итогам сезона оказалось. Поэтому мне кажется, что у «Фалькона» есть определенные резервы для того, чтобы подняться. Но «Кредитный отдел», конечно, сейчас посолиднее выглядит организационно и по игре в первую очередь. Ну вот, еще одна проникающая передача, уже вторая такая за спину защитником. И, кстати, вот Арсен Шумурзаев второй раз так располагается несколько авантюрно, позволяет забежать. Ну, а его партнеры, крайние защитники, не контролируют вбегание атакующих игроков соперника в эту зону. Пока «Кредитный отдел» имеет преимущество. Но, по-моему, даже до ударов по воротам, вот действительно ударов, а не передач, которые потом до вратаря доходят, не получается довести свои атаки бело-зеленым.
Карпухин назад играет. Сулим ищет длинную передачу. Фактор поля тоже важен. Я должен об этом сказать. Вчера сам выходил на газон Флотской и скажу, что скользковато, но играть можно. Прежде всего, отличие, ну вот этот известный зимний футбол, так называемый, отличие в том, что мяч гораздо быстрее движется и сложнее подстроиться под любые верховые передачи. Здесь фол фиксирует Рамазанов, было жесткое единоборство. В какой-то степени судьям тоже приходится здесь скидку на погоду делать, потому что вот такие стыки, они на летнем поле, на сухом, в принципе, такими рабочими кажутся. Здесь это все поопаснее, потому что еще и падения могут травму, к травме привести. Ну, а по картинке вы видите, что дальняя бровка получше выглядит. И в штрафной площади Фалькона сейчас так позеленее газон. Но это связано с тем, что именно вот эти зоны поля вчера чистили как-то тщательнее, что ли, до начала матча успели. Но в целом, вот видите, что так снежок присыпан равномерно. Но игре это мешать не должно. Но сам по себе футбол должен побыстрее получиться, потому что, еще раз повторюсь, мяч движется совершенно иначе. И отскок мяча, в том числе от футболистов при приеме, заставляет меньше касаний делать наоборот, то есть играть быстрее, играть, может быть, больше за счет длинных передач на своей половине, не рискуя, и наоборот, в 1-2 касания впереди, чтобы разрать соперника. Наверное, это пока в большей степени в отношении кредитного отдела справедливо. Фалькон вообще никакой контр-игры не предлагает, только обороняется. Обороняется пока успешно, но тут вопрос еще, насколько сил хватит. Отдел в атаке. Морозов налево Карпухину. Еще один заброс. И ударом заканчивается это все дело. Но уже из такой не самой убойной позиции. Но вот как тенденцию отмечу, в третий раз эта передача проходит. Может быть, и акцент на этом был сделан определенный. Ну, а Морозов, вот вы видите, вначале на острие атаки играл, а сейчас оказался глубоко, и именно он эту атаку начинал. Фалькон переходит на чужую половину. Неплохо. И прострел не получается. Хотя никто не мешал тут футболисту на фланге. И сам он как-то сблизился слишком с защитником. Тут борьба. И Гусейнов, что, фалит в этом единоборстве. Но, опять же, не показалось мне, что это было умышленное нарушение. Просто чуть агрессивнее, может быть, пошел полузащитник красно-черных. Муху Гусейнов и Мурат Абдулмуслимов на ваших экранах. Продолжают они беседовать. А успокаивает их Сайфуддин Рамазанов. Ну, вот так. Нормально. Заиграно. Разыгрывает кредитный отдел штрафной на своей половине. И очередная длинная передача вперед. Морозов. Неплохая скидка. Мяч остается у бело-зеленых только потому, что неудачно сыграл Михеев в этой ситуации. И еще и правила были нарушены. Штрафной. Кстати, Егор Морозов, еще играя за «Практик», очень много со штрафных забивал. Я думаю, что вот такой удар, ну сколько здесь, метров 20-22, и прям по центру можно считать голевым моментом. Ну-ка посмотрим. Попадает в стенку, еще в одного игрока, и мяч ходит на угловой. И тоже Морозов идет исполнять.
Розыгрыш по зимнему полю, это очень опасно, но футболисты Фалькона блокируют удар. В игре мяч. И даже остается у красно-черных. Так, контратака. Опасная игра была зафиксирована. Что там будет? Беседа воспитательная. А желтая карточка просто вот так. Ну, Матвей Банников ее получает. Очень много разговоров, ну, я не знаю, слышите вы их или нет, до меня доносятся там беседы футболистов с соперниками, в общем, заведены с первых минут, хотя пока игра не грубая. Угловой, похоже, что Фалькон зарабатывает в этой атаке. Подача. Удара не будет. И практически до противоположной бровки мяч долетает. А вот здесь контратака. И это голевейший момент. 2 в 0. Буквально Морозов. И выручает Веревкин свою команду. Еще одно добивание. И снова выручает вратарь Фалькона. Второй удар наносил Кирилл Семенов. Как раз набежавший. Но Веревкин здорово сыграл. Хотя... пожалуй, что и первый удар Егора Морозова бесхитростным получился по центру. Но эта атака Фалькона неточным ударом заканчивается. Ну, а на ваших экранах герой предыдущего эпизода просто блестяще сыграл голкипер Фалькона. И счет 0-0. Счет 0-0, 12-я минута, игра продолжается. Бело-зеленые создали лучший шанс пока в этом матче. Здесь нарушение будет. Бунаков фолил. Умышленный фол, но не грубый, поэтому без карточки. И Семенов длинную передачу на левый фланг выполняет. Проходит мяч. Муслимов назад. Карпухин. Еще одна классная диагональ, но на этот раз защитники повнимательнее сыграли. И отбивается Фалькон. Отбивается, а что там нет, аут в пользу Соколят. Сайфутдинов в этом эпизоде так вот разбирается. Чуть Гусейнов аут бросал. Это удивительно, потому что мне кажется, что футболист системообразующий, футболист центра поля, должен как раз получать мяч после такого стандарта и пытаться начать атаку своей команды. В итоге у Фалькона снова ничего не получилось. И кредитный отдел завладел мячом инициативой. У Гусейнова есть сейчас пространство, предпочитает дать по тормозам. Это фол, да, здорово там обыгрывал Бунаков, по-моему, своего оппонента. И фолил Радик Фахрутдинов. Ну вот еще раз повторю, на этом поле, наверное, скорость передвижения игроков не так важна, как скорость передач и мышления. Если достаточно быстро играть в пас, то можно отрезать защитников, которые там несутся на тебя большой скоростью. Бунаков штрафной выполняет, навес во вратарскую, оттуда мяч выносится, Морозов зацепился, прокидывает, но здесь подстраховка есть, конечно... шансов немного было в одиночку там против двух игроков соперника. И кредитный отдел спокойную позиционную атаку начинает на своей половине. Еще одна диагональ. Вот неплохо сейчас. Подача. Веревкин
без проблем. Мяч забирает. Кстати, 32-й у него номер. Вот так, для любителей статистики и для фанатов Станислава Станиславского, например. Который сейчас за «Практик» играет после ухода из «Гефеста», был без клуба, а потом... Вот, ой, за «Практик», прошу прощения, за «Хай-Тек», конечно, да. «Практик» — это к Морозову относится, об этом я уже говорил. Ну и «Практик» в первом дивизионе выступает, «Хай-Тек» в высшем, как и «Гефест». А сегодняшние наши соперники в дивизионе 2А. Замена сейчас у кредитного отдела произошла. Максим Шубин под 20-м номером вышел на поле. Он впереди будет играть. И сейчас посмотрим, еще какие-то изменения есть там или нет. Пока Сабиров по флангу проходит, простреливает, угловой зарабатывает. Морозов в середину отошел. То есть, насколько я понимаю, Семенов, значит, отправился на скамейку запасных. Вот как-то Морозову привычнее видеть в центре поля, а не в атаке. Ну и, конечно, в качестве исполнителя стандартов. Но вот сейчас у Фалькона есть возможность контратаку разогнать. Неплохо получается. И вот, как футболисты говорят, в лапу не вложил сейчас вот эту передачу. Мухугусейнов и потеря на ровном месте. А так 4 в 3 с определенными перспективами отставали игроки кредитного отдела, застряв в атаке на чужой половине поля. Бунаков скидка, Гусейнов неточный пас. Снова мяч к Алексею Сулиму приходит. Он безработный сегодня. Вот в эти первые 15 минут. В отличие от Александра Веревкина, который в игре, и который в этой самой игре свою команду два раза уже как минимум оставил. Много неточностей, но мяч сохраняют бело-зеленые. Морозов, здорово. Абдулмуслимов в центр передачи, получается на другой фланг, и пробить. Удара нет, продолжается розыгрыш. Еще один момент. Удар, еще удар, и намного выше. Удар от ворот. Ух, какая ошибка. Абдулмуслимов поперек. Сыграл, снова мяч получил. Но надо искать варианты для удара. Уже позиция-то убойная, бьет, попадает мяч в ногу Шамурзаеву. И на этом атака заканчивается. Но тут же перехват и еще один подход у кредитного отдела. И снова вот последнего паса не хватает перед решающим ударом. Так... В центре поля пока преимущество большим. Бело-зеленые владеют. Практически все время быстро мяч перехватывают. Моментов из этого не создать. Дальний удар Егора Морозова рядом со штангой. Веревкин все видел. Ситуацию контролировал. 17 минут в первом тайме команды сыграли. 0-0. Пока скучновато. Вот честно скажу. Ожидал большего. Прежде всего от Фалькона. Кредитный отдел свое дело делает. Команда... В принципе, вот необходимое давление осуществляет. Там, знаете, при таком давлении рано или поздно должны забить, так скажем, додавить соперника. Фалькон пока не выглядит командой, которая обороняется, обороняется, что ли, по плану своему, да, скорее это... ситуативные моменты, там где-то удается выручить вратарю, где-то защитникам удачно сыграть, но в целом так терять перед штрафной, и это постоянно причем. С другой стороны, время идет, и время на красно-черных работает. Снова ошибка. Фол. Мне кажется, Алексеев сейчас... Ну да, просто не услышал я свистка. Сафудин Рамазанов разобрался в ситуации. Алексеев на газоне не сам оказался. И... Штрафной арбитр зафиксировал. Еще замена. Тимур Сабиров поле покидает. Вместо него... Ну, Семенов, насколько я понимаю, возвращается, да? И вот сейчас сразу перехватил мяч, тут же неточную отдал. И
Собственно, вот то, что я называю скучной игрой, это выражается в большом количестве потерь, прежде всего. Но вот момент у Фалькона. Бунаков обыгрывает вратаря. Передача, еще передача. Ну как же здесь не замыкать? И мне кажется, вот этот жест Мухугусейнова, он примерно о том же говорит. Обязаны были сейчас красно-черные реализовывать этот шанс. Редкий шанс в атаке. И 99%. И Бунаков все классно сделал. Он мимо вратаря мяч прокинул и сохранил его штрафной. И потом выложил партнерам. Ну что ж. Имеет преимущество кредитное отдело. А по моментам теперь получается равенство. 1-1 по моментам, 0-0 по счету. Продолжаем смотреть футбол. Теперь Фалькон в атаке. Семенов мяч подобрал. Пас вперед. Вот Шубин вышел на поле, вроде бы на острие, но чуть ли не в первый раз его фамилию называю. И то единоборством проиграл, по большому счету. Вот скидочка, и снова неточность. Шубарзаев просто вперед выбил. И до Алексея Сулима опять мяч дошел. Помогает своим защитникам. Кредитный отдел на своей половине. Карпухин назад. Еще одна длинная передача. Она проходит, но не доходит до адресата. Вот так, наверное, можно эпизод характеризовать. Контратака Фалькона. На левом фланге мяч. В центр сложно и рискованно, поэтому назад. А вот теперь проходит пас, но пробить-то получится. Уже нет. Там и в подкате Радик Фухрутдинов мяч выбивает. Здесь все в пределах правил было. Ну что ж, полетели соколята-то к концу первого тайма. Пусть пока о таком итоговом равенстве вот по истечении 20, там, чуть больше 20 минут речь не идет, но уже постепенно игра все более равной выглядит. А вот здесь здорово, как в обороне сыграл 32-й номер Юсупов. Тут же его партнеры тут начудили, и Веревкину приходится выбивать. А теперь снова Гусейнов в центре с мячом. Крутит и вертит. Мяч сохраняет Фалькон. Налево передача. Неплохо. Дальний удар, подправление, вынос. В общем, суета какая-то пошла. Юсупов снова пытался мяч сохранить, сыграв пяткой. А здесь Карпухин убегает от Шамурзаева и, выбивая мяч, фактически по своим воротам пробивает. Веревкин выручает, отбивает на угловой. Поживее пошло, поинтересней. И такое чувство, что скоро гол мы увидим. В те ворота или другие. Но что-то должно произойти, пока подача Мурада Абдулмуслимова слишком сильный получается. Егор Морозов до мяча не добирается и аут на противоположной бровке. Гусейнов. Пижонский пас. И дальше корпус ставит после рикошета от соперника. За линию ворот мяч уходит. И Веревкин будет новую атаку своей команды начинать, полагаю, что длинным пасом. Потому что все прикрыты на своей половине, четверо футболистов далеко. Ну и как-то надежней, что ли. Вот еще раз повторюсь, по такому полю попроще. Надо действовать иногда. Семенов еще раз на перехвате, направо Морозову. У того вариантов нет, назад передача. Фухрутдинов прострел. Здесь зря не подсказали Юсупову, мог пропускать мяч, тогда бы была вот в пользу Фалькона, а так кредитный отдел сохраняет владение. Карпухин будет вводить его в игру. Вводить мяч в игру.
мяч новый, кстати, специально под этот матч распечатан. Ну и штрафной сейчас с большим трудом Фалькон удалось вынести. Ну, кстати, 24 номер — это Артем Шестаков. Он на поле появился во второй половине первого тайма справа. Он в обороне кредитного отдела располагается. Ну а сейчас еще одна замена. Абдул Муслимов отдыхать ушел. И вместо него Сабиров вернулся, восьмой номер. Бунаков. Здорово. Гусейнов, Бунаков. Момент какой. Обыгрывает защитника. Бьет. 1-0. Фалькон в редкой контратаке открывает счет. Смотрим. Не смотрим. Ну, небольшая у нас... небольшая техническая ошибочка, не тот повтор, но в любом случае все мы видели в прямом эфире. Бунаков 1-0. За 5 минут до перерыва. Еще один перехват у Фалькона в центре поля. Налево неплохо. Ну все, здесь дриблинг не проходит. И Сулим мяч выбивает на чужую половину поля. Тут и момент может возникнуть. Вот только мяч далеко упускает Шубин. Гусейнов обыграл одного. Здесь уже приходится прокидывать. И из-под прессинга не выходит Фалькон. Кредитное отдел, я думаю, сейчас тоже должен завестись. Карпухин. Шубин. Пас не прошел. Семенов. Направо. Удар. И Веревкин тащит снова. Герой дня пока. Герой первого тайма. Угловой сейчас Морозов будет подавать. И прямым ударом забивает! Фантастика! Что делает Егор Морозов? По-моему, никто не понял, что произошло. А произошло вот что. Просто Александр Веревкин чуть вперед ушел, никого не поставив на штангу. И кредитный отдел сравнивает счет таким образом. 1-1. Две минуты, даже чуть меньше двух. Фалькон вел в счете. Ну, а как я угадал, да, что голы будут? Как я почувствовал. По игре это было видно по желанию команд. И в концовке первого тайма еще один опасный удар. Мне показалось, что ну, это не специально как бы делал Семенов. Вроде у него немного срезался навес. Но получилось, что за спину вратарю. И Александр Веревкин был вынужден рукой переводить через перекладину. Теперь-то уже, конечно, Аман Юсупов на штанге стоит, но где он раньше-то был в предыдущем эпизоде? Карпухин. Удар блокирует. Кто там был? Алексеев, по-моему. И дальше контратака Фалькона не получилось все равно. Аут. Сейчас забавно так поспешают бело-зеленые, хотя времени-то еще полно, и второй тайм есть. Но вот как будто бы досада чувствуется за то, что так много времени потеряли, не развивали свое преимущество, не преобразовали его в голы, потом пропустили, быстро отыгрались, и вот сейчас так забегали, как будто концовку уже. Не всегда. Это, кстати, на руку. Фалькон продолжает свои попытки контратаковать. Мяч удается хранить на чужой половине. Гусейнов на левом фланге поглубже располагается. Хорошая передача в штрафную. А вот неплохо момент. Ух, рядом со штангой проходит. Опаснейший удар Алексея Алексеева.
Обоюдоострая игра. И еще минута до перерыва у нас с вами. Сулем. Там Фахрудинов, да, был. Сейчас налево сыграл. Тут же диагональ на противоположный фланг. Неплохая, очень неплохая атака. И у Семенова не получается как следует пробить. А здесь фол очевидный. Алексей Михеев. И опять позиция для Морозова. Но на этот раз практически на линии штрафной. Ну, сколько там? 11-12 метров. Здесь вся сложность заключается в том, чтобы стенку перекинуть, но при этом пробить достаточно сильно, чтобы и вратарь не успел переместиться. А так, позиция убойная. Кстати, Морозов, вот помню я в прошлом сезоне, по-моему, в одной из первых игр за практик забил примерно с этой позиции и бил как раз в дальний от нас с вами угол. Сейчас посмотрим. И опять туда бьет и снова забивает. 2-1, и свисток сразу, по-моему, звучит. То есть такой супер классический гол в раздевалку. Но мы с вами повтор-то еще увидим. Вот он. Ну да, без шансов для вратаря. Там невысокий игрок стоял в стенке. Не в стенке, а в дальнем углу на линии, пытаясь этот удар заблокировать. Что ж, отдыхаем минуту-другую. Я думаю, перерыв долго не продлится. Холодно в Москве. Вернемся к началу второй половины игры. Возвращаемся на Флотскую, друзья. Матч 24-го тура дивизиона 2А. Кредитный отдел «Фалькон». И второй тайм начинается в эти секунды. 2-1 впереди кредитный отдел, но события развивались таким образом, что, собственно, все основные события в последние 5 минут первой половины произошли. Сначала забил Фалькон, затем Егор Морозов оформил дубль, и второй мяч со штрафного забил уже в добавленное к первому тайму время. После чего сразу же свисток прозвучал, 2-1 бело-зеленые ведут, Фалькон почувствовал, что можно играть, почувствовал, что можно здесь за какие-то очки бороться, и сейчас в атаке находится, пытается снова переломить ситуацию, снова сейчас сравнять и как-то еще побороться здесь, ну, за ничью как минимум. Гусейнов здорово на ногах стоял, а вот передачу отдал неточную. Семенов бросает прорыв Шубина, тот догоняет и не вышел до конца веревки на заворот, не пошел он в контакт с нападающим, остался на месте, так попятился, а Шубин черпачок пытался исполнить и прямо в руки голкипер Фалькона пробил. Вот такие события на первых минутах второго тайма. Тут же ответ Фалькона. Ну как ответ? Просто пытались быстро мяч довести до нападающего. Бунаков там поборолся, конечно. Но в итоге только аут для красно-черных. Еще один. Ну, давайте быстро составы назову, потому что у кого-то уже представил, так что получилось. После этой атаки. Ну, будет вынос, да. У кредитного отдела в воротах Алексей Сулим. В обороне Радик Фахрудинов, Матвей Банников и Валерий Карпухин. В центре поля Кирилл Семенов. На флангах сейчас Егор Морозов и Тимур Сабиров. Впереди Максим Шубин. Насколько я понимаю, расстановка вот такая. У Фалькона Александр Веревкин в воротах. В защите Руслан Субханкулов, Арсен Шамурзаев, Аман Юсупов. В центре Муху Гусейнов. На флангах Алексей Михеев, Алексей Алексеев. Впереди Александр Бунаков. Вот он с мячом сейчас, Гусейнов придержал его немножко Кирилл Семенов руками, но арбитр
главный арбитр сегодняшней встречи с Фудин Рамазанов здесь фола не зафиксировал. Вот до какой-то степени позволяет он бороться. Но здесь уже по откровений воткнулся. Соперник в Артема Шестакова, кстати, 24 номер, правый защитник кредитного отдела. Ну вот Шестаков вышел справа, а Хрудинов в центр переместился, то есть Банников у нас на скамейке запасных сейчас, ну вот, свою неточность исправил. Игра также продолжается, и фол теперь уже в пользу Фалькона в центре поля. 2-1. Кредитный отдел ведет. Во втором тайме игра намного такая более жесткая, что ли, более темповая. Покуда сил хватает, очевидно. Только передохнули футболисты и снова в бой. Так, Шестаков. Впереди не было вариантов, приходится налево играть. Карпухин. Морозов. Пас вперед. Здесь защитники. Здорово на опережение. Гусейнов. Не успел, он так разворачивался в широкую, да, широким шагом. А в итоге к мячу не успел, и атака кредитного отдела продолжилась, или, так скажем, возобновилась, и Максим Шубин заработал угловой. Морозов будет подавать. Штатный исполнитель всех стандартов. Низом передача на Семенова. У того удар не получается, не подстроился. У Семенова и в первом тайме была возможность забить, даже две. И тогда тоже у нее не получилось. Пробить точно. Веревкину мы записали в герои эпизода. Но по факту... и нападающие не лучшим образом сыграли. Фалькон в атаке. Выбивает мяч в аут защитники кредитного отдела. Но это все рядом с штрафной. И что, в игре мяч? Нет. Остановлена игра. Замена у кредитного отдела. Шубин уходит. И на левый фланг Абдулмуслимов под седьмым номером. На свою позицию, так скажем, в первом тайме, по-моему, без замен. Как раз отыграл левый хавбек. Вперед передача. Морозов головой. Ну, по-моему, не сыграл. В итоге проскользил защитник. И угловым дело закончилось, да, по-моему? Розыгрыш. Морозов под правый убирает. Бить неудобно. Ищет варианты. Да, здесь только так приходится. Карпухин там чуть ли не в аут ушел мяч. Собственно, в аут и ушел, да? Вот, пожалуйста, насколько неточный был удар. Как у Василия Баранова в 90-е. Если вы понимаете, о чем я. Опять борьба. Семенов вперед, Морозов финтит, и штрафной зарабатывает, и опять для себя, я думаю, любимого. Здесь, наверное, с правой ноги чуть менее удобно бить, но как бы варианты есть и для прямого удара, и для того, чтобы обвести стенку с любой стороны. В общем, посмотрим сейчас, что Морозов придумает. Два гола он уже придумал. Один со штрафного. Снова опасно. И снова а теперь розыгрыш. Удар, гол. Сейчас посмотрим, кто отличился. Ну, обнимают, по-моему, Валерия Карпухина. Но вполне возможно, что и рикошет какой-то был.
по-моему, был от Радика Фахрутдинова. Ну, тут уточнить это будет можно. Три один кредитный отдел ведет. Ну и, пожалуй, теперь Фалькону сложновато будет в этой игре оставаться до конца. Пытаться претендовать даже на ничью. Я не говорю, что совсем уж невозможно, но все-таки вот по ходу игры как-то чувствуется, да, такое превосходство кредитного отдела. Фалькону удавалось сохранять темп, оставаться, сохранить интригу, оставаться в этом матче, благодаря тому, что долго соперник не мог забить, а затем Фалькон и вовсе повел. Теперь, когда разрыв стал равным двум мячам, тяжеловато будет на что-то тут рассчитывать. Ну, на Карпухина гол записан, поэтому мы с вами также это за правду примем. В этом отношении, кстати, Сафудин Рамазанов один из самых четких рефери в Северной лиге. Скажем так, современные все инструменты связи освоил быстро и, наверное, наилучшим образом. Поэтому вот за его онлайн-трансляции следить одно удовольствие. Это всегда все вовремя, сразу после гола. Ну, потому что не секрет, что бывает иногда не хватает там времени, быстро рефери не может записать и потом ждет какую-то следующую паузу. Получается, ну, определенный временной лаг. Там, может быть, 1-2 минуты, иногда бывает больше. Ну и вот в этих ситуациях бывает, что теряется, ну, как бы нить повествования, потому что посмотришь на такой онлайн, и непонятно, на какой минуте все-таки гол был забит, и непонятно, как игра развивалась, какой был нерв. Здесь все четко, все понятно, и с авторами голов, голевых передач тоже обычно проблем не возникает. Еще один угловой заработал кредитный отдел. Сейчас бело-зеленые, такое ощущение, что успокоились, как-то посолиднее стали мяч на чужой половине контролировать. Вот третий гол, наверное, с них это напряжение снял. Ну и Фалькон, откровенно говоря, подустал. Все-таки без замен, практически без замен приходится команде действовать. То есть там по факту есть запасные игроки, но нагрузка ложится на одних те же. Сейчас Семенов пробил здорово издали. Веревкин потащил от его рук мяч в перекладину. Ударился и отскочил в поле. Но сам по себе момент стал возможным только благодаря позиционной ошибке голкипера. Чуть-чуть он сместился, как бы не по центру находился, и поэтому удар как раз по центру был, и пришлось прыгать за этим мячом, хотя, по идее, можно было просто стоять в этой точке и спокойно ловить в руки его. Ну, как бы то ни было, вот нет гола, и к вратарю нет претензий, соответственно. Контратака у Фалькона получается. Бунаков ошибается в передаче. В принципе, передача, наверное, не проходила, вот, по крайней мере, такой опасной не была. Но здесь можно было рассчитывать, потому что мяч находился в воздухе, он подпрыгнул, отскочив от земли. И поэтому, если бы удалось перекинуть защитника, там, в принципе, партнер мог на ударную позицию выходить. Но вообще у Фалькона лучше низом получалось в первом тайме. Вот сейчас как-то это потеряно. И поэтому контратака, еще одна штанга, гол, 4-1.
забивает Максим Шубин. Ну и это все. Я думаю, здесь понятно, ясно и понятно в этом матче. Еще более 15 минут доигрывать. Кредитный отдел очередную победу оформит. Вот салют, наверное, в честь друзья Максима Шубина, наверное, где-то за стадионом находится. И празднуют. Здесь Гусейнов пытался Шестакова проверить. У него не вышло. Потеря очередная. Ну и такое ощущение, что постепенно команды доигрывать будут. Кредитный отдел в случае победы в сегодняшней встрече наберет 40 очков и сравняется с Ювеналом. Ну, Ювенал. Так, ну давайте сейчас посмотрим на поле. Здесь момент был у Фалькона угловым, все дело закончилось, а Ювенал этот тур пропускает. В эти выходные не играет. Поэтому при равенстве очков будет, во-первых, иметь преимущество по матчам, да, то есть как будет игра в запасе у него, а во-вторых, по личным встречам есть у Ювенала победа, поэтому кредитный отдел на своем месте останется. Ну, а Фалькон осложнит себе борьбу за выживание. Там внизу Джо и Кристалл. Кристалл в теории, наверное, может попытаться Фалькон догнать, но отрыв громадный все равно. 19 очков. То есть, как сами понимаете, это 7 побед минимум. Не так много играть, в принципе, ну, то есть меньше круга уже. Ну и Фалькон, конечно, что-то еще наберет. Ну, а Джой, не производит впечатления команды, которая способна больше 10 очков набрать в этом чемпионате. Там, да, получше дела пошли, да, уже не таким мальчиком для битья Джой выглядит. Но 5 баллов в 22 матчах говорят сами за себя. Ну, а Фалькон, кстати, я бы поблагодарил все-таки за сегодняшний матч. Команда достойно посражалась большую часть времени, даже сохраняя интригу. Ну, а то, что кредитный отдел все-таки дожал соперника, в этом, наверное, ничего удивительного нет. По большому счету, именно это мы с вами и прогнозировали. В атаке кредитный отдел. Морозов на чужой половине отдает назад своему голкиперу. Сулим на Шестакова. Тот еще дальше. Шубин. Центр пас проходит. Но все-таки Абдулмуслиму приходится назад сыграть, потому что он так проехался по скользкому газону и уперся в защитников. Карпухин. Еще один дальний удар. Опасно выходит. Отбивает Веревкин перед собой. Атака продолжается. Морозов. И за пределы стадиона. Интересно, а за первым мячом сходили улетевшим? Ага, вот он.
Большой паузы не будет. Значит, все оперативно вернули на места. Александр Веревкин. Удар от ворот. На Карпухина. Тот в дриблинг пошел. И что? И нарушил правила. Да, он отпустил от себя мяч, а потом рукой в спину сопернику уперся. Браво, Сайфуддин Рамазанов. Очень здорово, сейчас разобрался. Абдумуслимов. Было нарушение. И даже будет желтая карточка. Ну, Арсену Шумурзаеву, насколько я... А, нет, Алексею Михееву. Алексею Михееву будет желтая карточка. Ну, даже не знаю, скорее не грубая игра, скорее срыв атаки. Но неважно, по большому счету, штрафной. Морозов бьет, мяч тут застревает в ногах, момент, гол. И вот теперь уж точно Радик Фахрутдинов забивает. Да, добавляет вот со второго темпа подключившийся к атаке защитник. Пять один. Это 50-я минута. Разгром получился. Мне кажется, что Фалькон не заслуживал разгрома. Но это такой футбол. Таков футбол. Не заслуживал, но в итоге вот сколько смог кредитный отдел, столько и забил. Все-таки последние минут 10, наверное, Фалькон уже проваливает откровенно. Игра команды потеряла стройность. И вот много таких эпизодов, лоскутный футбол, много эпизодов, где правильные решения принимают игроки, а много вот таких непонятных ошибок. Ой, здорово. Карпухин один из лучших игроков сегодняшнего матча. В итоге не получилось у него там в дриблинге. Контратака и 3 в 1. Забьет? Нет, Фалькон. Не забьет. Еще момент, еще штанга. Что там дальше? Где фол? Куда показывает арбитр? Наталья лежит. Сулим держится за колено. Как там не забил Фалькон в этой ситуации, вообще не понимаю. Вот посмотрим. Смотрите. Ну, первый удар Шестаков выбил. Да, в руку мяч попал. Да, вот, все, блестяще. Блестяще. Бунакову мяч попал в руку. Его добивание в штангу уже было после свистка. Ну, продолжит игру Алексей Сулим, я думаю, не так много у него работы, в принципе, уж достоит как-нибудь. А вот смотрите, интересно, судя по тому, что... судя по тому, что спорный мяч, игра была остановлена как раз из-за травмы вратаря, из-за этого столкновения, когда мяч был у Фалькона. Так что игра рукой была не зафиксирована. Это нюансы новых правил надо уточнять. Потому что мне показалось, что мяч-то попал в руку. А какое там у нее было положение, как сейчас это трактуется. По-моему, если игрок в атаке играет рукой в штрафной площадке, то это в любом случае фол. В общем, это сложно. Ну а по факту просто удар от ворот сейчас. Оставим на совести арбитра. Даже не то чтобы на совести, просто на усмотрение арбитра оставим этот эпизод. Мы с вами зрители, в конце концов, а не профессионалы в обслуживании футбольных матчей в качестве рефери. Кредитное отдел атакует. Здесь фол, мне кажется. Но Рамазанов разрешает бороться.
И Клединодел мяч перехватывает, Морозов штрафной, убирает защитника, еще одна передача, удар, в штангу мяч попадает, дальше гол, или рядом со штангой пролетел. Да, рядом со штангой, вот с моей позиции прям показалось, что в воротах мяч. Ну, будет сейчас, если пауза, посмотрим повтор этого эпизода. Вот куда там в предыдущий момент атаки мяч попал? По-моему, в дальнюю штангу, правую от вратаря. Веревкин выбивает. Карпухин здесь блестяще на втором этаже, но через его фланг атака снова развивается. Такая очень вялая атака, прямо скажем. Ну вот есть какой-то прессинг, есть какие-то попытки Фалькона что-то еще сделать. Гусейнов отвоевал мяч, после аута снова им владеет. Неплохо. Прострел не проходит. Угловой. Угловой, красно-черные. Выжимают на правом фланге. Разыгрывают низом. А удар-то будет, нет? Выносят защитники мяч. Здесь не согласовано. И неохотно игроки Фалькона назад бегут. Могла получиться контратака. Просто кредитный отдел уже не спешит. Давайте посмотрим, что там в предыдущей было. Нет, по-моему, ногой отбил Александр Веревкин все-таки. А дальше мяч, ну, может быть, и попал в штангу. А сразу и не скажешь. С уверенностью. Ну, в любом случае, интересный эпизод. Ну что ж, 5 минут до конца. 5-1. Кредитный отдел выигрывает эту игру. Я думаю, что если мы увидим еще забитые мячи, то, ну, уж на результат матча это не повлияет. Кредитный отдел выигрывает, выигрывает заслуженно, хотя в первом тайме вышло действительно интересно и по-боевому. И гол, гол Бунакова подбавил перца этому противостоянию. Недолго в счете вел Фалькон, но даже по итогам первого тайма счет 2-1 оставлял нам надежду на то, что вторая половина интересной получится, но она получилась интересной только для поклонников кредитного отдела. Когда команда, добавив, забила третий мяч. Ну и, кстати, потом четвертый. Все это в течение 5 минут произошло. Все стало ясно окончательно. Егор Морозов у нас дубль оформил. Валерий Карпухин, Максим Шубин и Радик Фахрутдинов отличились по разу. Фалькон на чужой половине поля. Алексеев. Не получается атаку развернуть. Приходится чуть назад отойти. Здесь неплохо. Бунаков просто как машина продирается. Пас неплохой, но выше ворот. Как будто корпус не положил Алексей Алексеев. И вот. И пожалуйста. Это вратарь. Один вратарь другому привет передал сейчас. Михеев в центре. Завозился, но мяч сохранил. Неплохо. Ну вот здесь передача не в темп. Гусейнов не точно. Карпухин. Морозов. Потеря. Фархад Аскеров. Вот у меня такое ощущение, что вообще на гладкой подошве по такому полю играет. Ну, может, это и обманчиво, может, там и есть какие-то шипы.
Но много скользит вот левый полузащитник Фалькона на протяжении всего матча. И сейчас убежать не смог. Гусейнов разворачивается, поперек играет. Вот так вот, знаете, очень много таких передач вот на тоненького, из последних сил, проткнуть носочком. То есть не хватает точности при взаимодействиях с футболистом Фалькона. Но и при таком раскладе очень сложно осмысленно атаки проводить. Но вот сейчас здорово получается. Гусейнов бьет, выручает свою команду. Теперь уже Алексей Сулим. Кредитного отдела не получается контратака. Фалькон продолжает свое наступление. Здесь потеря. И еще один отбор или потеря. Мяч у Фалькона. В общем, аут там. Штрафной. Еще один штрафной зарабатывает Егор Морозов. Для него это еще одна попытка, наверное, последняя в этой игре отличиться со стандарта. Но, по-моему, не он его готовится исполнять, а? Или нет. Но я гляжу, что мяч у него забрали. Сказали, ты уже забил, иди там в сторонку отойди. Мурат Абдулмуслимов отогнал партнера. Я, говорит, пробью, последняя минута. Ну, в принципе, сейчас кредитный отдел в том положении, которое позволяет вот такие фокусы исполнять. Ну, а может быть, Абдулмуслимов тоже мастер штрафных, просто мы пока этого не знаем. Ну-ка. Ну, нет, похуже получилось. Мяч, правда, в игре. И к тому же Морозову отскочил на фланг. Я думаю, что ничего не будет добавлять Рамазанов к этому матчу. А гол еще один. Кредитный отдел в итоге забивает. Шубин это делает на последней секунде. И опять, как и в первом тайме, сразу же звучит финальный свисток. 6-1. Шубин дубль оформляет, как и Егор Морозов. И в итоге его команда выигрывает уверенно. Но это вот красивая концовка, красивый кадр в финале трансляции от оператора Дмитрия Закирова. Работал для вас Кирилл Разумовский. Будем заканчивать прямой эфир. Увидимся здесь, на полях Северной Лиги, друзья.